этот новый день только твой. Лови за хвост удачу и миллионы новых идей с собой. Любимый крепкий кофе, мир тот же, только в профиль. Красавчик Дмитрий Покровский. Именно так он просил его представить всем. А также вместе со мной неутомимый шоумен, покоряющий публику неиссякаемым юмором и харизмой, Иван, ведущий самого невероятного рода и уровня. Интересный музыкант, входит в топ 100 лучших ведущих в России. Иван Бердер! Сегодня доказать одну простую истину. Каждому из них по-настоящему уникален. Давайте поаплодируем. Мы будем так же рады. И я увидел вас здесь, в нашей сцене. Кстати, ребят, нам, я понимаю, что не один вместе с ним. Его друг. Да, надо, чтобы не мой пыли. Надо, чтобы это был не мой парень. Слушай, но шлем, видно, что... То есть не только с автомобилями у нас будет сегодня история. Скажите, какие вам нравятся сетники или темники? За кого вы сегодня будете более, скажем так, переживать сильнее? Рыжие. Рыжие, отлично, все. Проходите, итак, аплодисменты, пожалуйста. Вы все познакомились с ней. Если у кого-то планируют события, то я предлагаю также какую-то минуту подойти и попросить. Итак, вопрос к зрителям. Кто-нибудь посещает вообще мероприятия, бойцовые мероприятия по ММА, по грэпплингу, по... как тебя зовут? Так? Яна, мое любимое имя. Ян, ты единственный из всех присутствующих здесь, видимо, посещаешь бойцовские события. Ты была у нас на Горький Баттл хоть раз? У тебя друг занимает чьем? Чьем? Андрюха Лобанова, он у нас выступает, да. Вот, теперь вы наверняка задаете вопросом, почему ведущий отвечает за Юрия или говорит он у нас. Юр, объясни, пожалуйста.
номер вне конкуренции. Победительница прошлого сезона конкурса. Ты уникальная в Нижнем Новгороде. Ваши вопросы на территории. Чистовкина Уита! Представляла наш город на всех финале в Санкт-Петербурге. Победительница прошлого сезона конкурса. Ты уникальная в Нижнем Новгороде. Саша вопросы на территории. Бушуй! Алена! И взяла номинацию «Гран-при Центральная Россия». Но она обещала вернуться за главной короной в следующем году. И победительница конкурса «Ты уникальная» в Нижнем Новгороде. А самое главное, победительница всероссийского конкурса красоты «Ты уникальная» Кусева Екатерина. Она на сцену представила наш город на всероссийском финале. Одержала победу и принесла ту самую советскую корону! Ваши аплодисменты, конечно! Также наши прекрасные девушки сегодня сидят в составе жюри и будут по достоинству выбирать тех самых главных королев сегодняшнего дня. Давайте поаплодируем девушкам и проводим их без служащих. Душа его компании, несмотря на аристократичность и нежный внешний вид, шутит как папа юмора. Может вполне себе позволить составить конкуренцию лучшим комиком комедии, лучше в своем теле, мастер перманента. Единственное в городе помогает женщинам после онкологии, в частности рака груди, обрести уверенность в себе. Шагаева Мария, номер 2. Настоящая Мария-кудесница, профессионально готовит, шьет, вяжет, обожает животных и связала свою жизнь и работу с заботой о них. Любит путешествовать и узнавать новые города и страны. Ее девиз – уважать в людях искренность и ценить
натуральность собственных форм, созданных природой. Номер три. Екатерина Самкова. В детстве мечтала стать актрисой и блистать на сцене. И кажется, мечты начинают сбываться. Планирую сегодня покорить не только сцену, но и жюри. Мастер по продажам, слава на подарках, пейнтбол и скалолазание. Мечтает побывать в Африке. Елена Черезова, номер 4. Девушка, покорившая несколько раз Европу на машине. Которая может из гречки и макарон сделать Третьяковскую галерею. Предметный фуд-фотограф видит мир как фотографию. С игрой света, рассветов и закатов пришла на проекты уникальные, чтобы вспомнить себя в моменте, где потеряла и кайфануть на сцене. Номер 5. Анна Зурина. Получила 3 образования в разных сферах. Модельер, лингвист, преподаватель и менеджер в IT-сфере. Свободно говорит на английском языке. Обучилась моделингу в Нью-Йоркском модельном агентстве. Стала профессиональной моделью, попала на обложку американского глянцевого журнала. Номер 6. Клушкова Екатерина наполняет радостью и любовью всех, кто оказывается рядом. Большое сердце и дарящее спокойствие улыбка. За 7 лет из бьюти-мастера стал настоящим другом, терапевтом душ и сердец. Хранит тысячи секретов и знает ответы на все девичьи вопросы. Мечтает жить у моря, в доме, где будет слышен смех детей. А вечерами будут собираться любимые и верные друзья. Номер 7. Борзеева Анна, 44 года. Она очень веселая, общительный и добрый человек. Всего добивается сама. Любит путешествовать и ездить за рулем. Без проблем может самостоятельно поменять пробитое колесо. После внезапного заболевания Анна сошла с конкурса в 5-м сезоне. Но сейчас опять встала в строй! Безумие. На 2 недели объехала 8 стран, с 12 лет, умеет стрелять из пистолета. После встречи с ней вы точно будете знать, у страсти зеленые глаза. Номер 9. Анна Кравцова. 13 лет жизни посвятила службе в армии России. С детства она участвовала, чувствовала себя гадким утенком, но благодаря прекрасным женщинам она поняла, что выросла и стала прекрасным лебедем и может расправить крылья. Теперь она создает красоту своими руками и помогает женщинам стать еще счастливее и увереннее в себе. Голова Анастасия, номер 10. Обаятельная кокетка шарма. Полная сюрпризов, любит яркие впечатления, острые ощущения и новизну. Коллекционирует игрушки для взрослых, легко заводится на приключения. Обладает сильной интуицией, предсказывает будущее. Не только виртуозно раскладывает таро, но и трудится аналитиком больших данных. Ищет счастье в каждом дне и находит его прямо здесь и сейчас. Номер 11. Светлана Шаршина, 50 лет. За 3 года из унылого нытика 100 килограммов перезагрузилась в кроссовку 55 килограммов живого веса. По образованию художник, работает в сфере информационных технологий. Любит искусство, животных и спорт. Гордится, что живет в великой стране под названием Россия! Идет по жизни с посылом для всех женщин, что в 50 лет жизнь только начинается. И нужно идти с улыбкой навстречу всему, что тебя ждет. Куранова Мария, номер 12. Юрист по образованию, но мечтала о сцене с детства. И она осуществилась. В 35 лет стала чемпионкой Нижегородской области по бодибилдингу и категории фитнес-бикини. Самым важным в жизни считая свою семью. Ее сценический псевдоним «Феникс», как воплощение огненной стихии и бесконечной красоты. Мечта переросла в профессию и теперь делает людей красивыми и здоровыми, работая тренером. Номер 13. Дарья Сандер. Обаятельная ассистент стоматолога. Знает, что такое ретрактор и коптеркам. Выполнистка и просто красивая мама. Бегает по 5 километров каждое утро от своих безумных идей. Участвовала в забеге «Великий герой». Уверена, что добро побеждает зло и сила в правде. Обожая детей, мечтает открыть свой благотворительный фонд. Надия Самайна, номер 14.
Ее самая главная уникальность – это непрошибаемый оптимизм, бешеная энергетика и постоянная работа над собой. Самое главное богатство в жизни – это семья, родители и сын Богдан. Считая себя акулой в сфере продаж, больше 10 лет уже купается в них. Продавала в своей жизни абсолютно все – от пряников до рекламы. Сейчас профи в телеком-услугах. Сама на ней очень счастливый человек. Ее девиз по жизни – быть лучше, чем вчера. Номер 15. Екатерина Кузнецова. С детства любит руль. Первая ее машина была УАЗик без тормозов. Выходные любит проводить со своими родными. Также в состав входит музыка, самогон и танцы на берегу Волги. Также мечтает купить мотоцикл и автолесить на нем всю Россию. Она классная, добрая, ласковая, веселая, чем-то неугомонная и, как ее первая машина, без тормозов. Я бы не смотрел, я бы не слышал, друзья. 12 номер лучше. Ведь это именно однозначно. Вы сможете помочь, болея за участниц, оказаться на пьедестале. Поэтому не жалейте эмоций. Ей уже дали имя Максим, но родилась Надежда, любительница экстрима и адреналина. Однажды спонтанно поднялась на вершину Эльбруса. В детстве хотела стать хирургом, разрезала все мягкие игрушки и зашивала их, чтобы спасти. Не верит в магию, но магия выбирает ее. Желает с самого детства, чтобы ее называли по имени, отчеству. Это пришло ей, когда ей было 4 года. Поэтому давайте осуществим вместе мечту Надежды. Шуглина Надежда Сергеевна! Номер 17. Юлия Емельянова, 37 лет. Девушка с васильковыми глазами. Утром любит начинать с пробежки и обливания ледяной водой. Она, как мать драконов из «Игры престолов», воспитывает троих детишек, одна и готова сжечь любой город, чтобы доказать свою уникальность. Здорово, Юлия, номер 18. Многогранная личность, милая, образованная, эффектная, творческая и мега позитивная. Если она что-то задумала, то обязательно воплотит это в жизнь. Уволилась из крупной строительной организации, чтобы осуществить мечту. Сейчас она творит красоту и возвращает женщинам уверенность в себе. Работала с телеканалом НТВ, наносила грим народным артистам. Спасла жизнь человеку, верит, что добро и красота спасут мир. Номер 20. Александра Брулова. В детстве про нее говорили, с ней не соскучишься, поскольку детский сад носила с собой вместо кукол зажигалку и коробочку от тик-так. Да-да, еще та авантюристка, при этом 16 лет занималась балетом. Врач с красным дипломом. Замечали уже около 50 курсов повышения квалификации, более 1000 вылеченных пациентов. Но душе она хотела бы быть девочкой Джеймса Бонда. Ведь вместе с ним спасать мир от преступников-маньяков, желательно и от абьюзеров. Номер 21. Денисова Валентина. Победительница театральных постановок. Работала телеведущей. Гордится тем, что поступила в медицинский на бюджет. Любит порядок и терпеть не может несправедливость. Любит активный отдых и владелица прекрасной породы собак сибирский хаски. Номер 22. Полина Рязанова. Закончила с красным дипломом медицинский колледж. Сейчас учится на психолога-педагога и постоянно развивается. Полина детская, эмоциональная девочка и при этом очень скромная и добрая. Готова прийти на помощь всему миру. Любит танцевать и соглашаться в любой авантюру друзей. Живет по принципу Оли Бузовой. Жизнь одна. Кайфуйте!
государственный служащий с огромным добрым и отзывчивым сердцем, оптимистка по жизни, хозяйка на кухне, озорная девчонка в постели, обожает музыку за ее исцеляющие свойства, горой стоит за своих близких даже в ночном клубе. Материалистка, но искренне верит в эзотерику, мистику, закон энергии и настоящую любовь. С недавних пор появилась в пространстве мафия, по скрипкам стройная, за что ее частенько называют ведьмой. Номер 24. Алла Смирнова. Руководитель вертолетного клуба занимается развитием малой авиации в городе Нижнем Новгороде и в Нижегородском регионе. Любит дарить людям яркие эмоции и впечатления. Мечтает самостоятельно управлять вертолетом, поэтому учится на частного пилота. 10 лет своей жизни посвятила фэшн-индустрии, работая моделью. Имеет высшее юридическое образование, а также музыкальное по классу фортепиано. Профессионально играет в спортивный покер. Выиграла 5000 баксов на международном покерном турнире в Грузии. Филимонова Дарья, номер 25. В детстве занималась художественной гимнастикой, получила КЛС. Закончила юрфак университета имени Лобачевского. Обожает проводить время со своей большой семьей, смотреть старые фильмы, настольные игры с друзьями, выезды на природу с палатками, путешествия. Кстати, недавно увлеклась йогой. Зимой катается на горных лыжах, летом велосипед. Мечтает завести мопса и увидеть северное сияние. Снегирева Любовь, номер 26. Ее девиз – видит цель, не видит препятствий. С детства общительное творчество. Любовь дизайн. Творчество стало частью ее жизни, по образованию она же техник-проектировщик. На практике чинила унитазы. Любовь – очень сильная личность. Психологически, психологи говорят, ей надо уметь отстегивать яйца и быть кошечкой. Создавая красоту, видит счастливые глаза девушек. В перспективе хочет стать социальным предпринимателем. Номер 27. Мария Дмитриева. Она точно знает, как стать главой правительства Российской Федерации. Ее работа – это ее хобби. Она занимается моделингом и обожает фотографироваться. Мария умеет слышать свое тело. Каждое ее утро начинается с танца. Мария верит в любовь и чувствует, что найдет заботливого и обеспеченного мужчину и создаст с ним крепкую и дружную семью. Номер 28. Валерия Смирнова. Заработала свой первый миллион в 21 год, выщипав более 5000 бровей. Обеспечивает себя сама и обучает других девушек зарабатывать на своем теле. Ведет свой блог и мечтает вещать на миллионную аудиторию. Побольше половины жизни посвятила себя танцам. 2 дня назад защитила диплом, и теперь Лера – управленец с высшим образованием! Номер 29. Гордиенко Юлия, 22 года. Родилась и выросла в солнечной Кабардино-Балкарии, открыла свое дело в чужом городе в 19 лет и стала успешным бьюти-преподавателем в Найл-индустрии. Паруса – это ее стихия, управляет яхтой, как велосипедом. Любит спортзал и активный отдых. Номер 30. Анастасия Воронкова. Очень неординарный человек, с детства занималась бальными танцами и брейк-дэнса с вокальной йоги. Поет всегда и везде. Друзья называют ее русской Рианной. Знает, что прошлой жизни была афроамериканцем. Однажды ее сильно ударило током. С тех пор она обладает суперспособностями. Rock.
Боже, какая поддержка! Не останавливайтесь! Участницами. Это было прекрасно. Я рожден на сцене. Вот он здесь. Давайте, вот как вы это все умеете? Да, вот это. Красиво снимаем. Пьяно зазвучала та самая композиция. И вы понимаете, что вот оно, пришло. Яна, скажите, вы сегодня одна или с кем-то? С друзьями. Кто может из друзей поддержать ваш танец из мужчин? Артём, иди скорее. Давайте шуму дадим парню, представляете? Он сам не знал, стоял с фужером шампанского, а тут его... Был друг, станет сейчас парнем, смотри. Самые горячие девушки за первым столиком. Шума! Вот так не создаются пары. Все, спасибо огромное, это был первый вариант. Кто еще, например, назовет? Bite my tongue, bite my time, wearing no warning sign. Wait till the world is mine. Visions I've vandalized, cold in my kingdom sights. Fell for these ocean eyes. You should see me in a crowd. I'm a living up a bandit, 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 I'm a
Прошу, родители!
конкурс красоты, точно, я совсем забыл. Ты уникальная, ребята! Дайте шуму, всю руки как следует, и... Уникальная! Thank you.
Trick and DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine, Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen, Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace, Rita Hayworth gave good face, Lauren Catherine Manitou, Betty Davis, we love you, ladies with an attitude, fellas that were in the mood, don't just stand there, let's get to it. Только что была перед вашими глазами. У меня такое ощущение, что сами ангелы спустились к нам с небес. У вас не было такого ощущения? Финалочка будет такая общая. У нас у всех есть фонарики, поэтому давайте включаем фонарики, кусочек своей теплоты при помощи этих огоньков. Все, кто сегодня пришел, без вас ничего бы не получилось. И как сегодня, я так привыкла жить одним тобой.
встречать рассвет и слышать, как проснешься не со мной. Мне стало так легко дышать в открытое окно. Все фонарики! И повторять ей лишь одно. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног, сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его и не сломай, чтоб не нести. Вдоль ночных дорог пепел любви в руках сбив, ноги в кровь, пульс его теперь в твоих глазах, не потеряй его и не сломай. И в январе мы сбьется серый дождь к нему. I'm not afraid to die.
просто невероятной красоты, девчонки! В этих вечерних платьях и в шикарном вечернем образе. А какая группа поддержки, Дима? Ну, это вообще было что-то с чем-то. Мероприятие, продюсер, выпускник Московского государственного института культуры, режиссер, постановщик, бла-бла-бла, там много всего. Александр Крылов, Саша! Саша, иди сюда! Можно мы тебя попросим? Иди сюда, Саша! Возьми человек координатор! Все вот это вот, все, что сегодня так и сяк, вот спуститься, там платье, понимаешь, это все делал он. Непосредственно озвучение ответа. Сейчас, вот скажи нам, давай, знаешь как, давай микрофон один дадим. Вопрос за Анне Кравцовой. Ого. Самая глупая вещь, на которую ты когда-то либо тратила деньги. Салон красоты. Да. Ну что ж, прикольно, мне нравится ответ. На салон красоты. Зато честно. За, да, согласен. Так, ладно, второй вопрос. Если кто не слышал, это она имеет в виду, тратила деньги на свой салон красоты. То есть, прикиньте, она открыла себе сама салон красоты, сама в него бабок повела, такая, сделайте меня красивой. Это так было? Окей, ладно, так. Как ты думаешь, если бы моя жизнь была фильмом, то какой бы это был жанр? Давай. Что это, про любовь или лирика? Его выпустили из тюрьмы. Представь, что конкурс заканчивается. Ты с каким-то определенным титулом выпархиваешь из стен Милы Моцарт-Холл. И тут едет он на белом Мерседесе, естественно, без верха. Арендованный у нашего партнера. Виктор Рентал. Да-да-да. А за ним едет Илюх на мотоцикле. И ты такая, а тут Илья! Саша, Савик Танец, как ты должна появиться, чтобы он посадил тебя на пассажирское сиденье. Да, и ты, и Юра снимает это все на видео и кричит свой граммофон. Ау. Ау. Давай. О! Сразу же, смотрите. Все, расставлю свои места. Расскажи, кто это? Кто это? Кто это? Это мой муж. Мой муж. Как зовут? Роман. Романа любви вообще, Рома! Скажи честно, сколько бабла отвалил, чтобы она салон открыла и тебя не мучила? Своими вопросами, когда я открою салон! Ладно, двигаемся дальше! А, Сет, тебе первый вопрос. Какие три слова лучше всего описывают тебя? Три. Не душни только, пожалуйста. Да, быстренько прям, четко. Спорт, сила, красота. Молодец. Абсолютно согласен. Давай дальше. Кто, Свет, мотивирует тебя становиться лучше? Александр Крылов. Сука раз, сука два, сука три. Офигительно. Благо, очень смело, мне нравится. Да. Передаем микрофон дальше и знакомимся с Марией, получается. Маш, берите микрофон, пожалуйста. Вопрос звучит следующим образом. Что самое полезное человек может делать постоянно, по вашему мнению? Дарить любовь. А как он может дарить любовь? Поцелую. Ну покажите. Только что Маша подарила любовь. Не знаю кому. Юля. А кто у вас муж? Юль. Юль. А вы можете поцеловать Юру? Прям будет сидеть. Давай, Юль. Это поцелуй. Давай. Я не могу, сердечки! Самый лучший, да, что он делал, да не любовь, не так. Так, Крылова Александра. Можно? Вау! Давайте поаплодируем, как вы поддерживаете, да? Саша, как приятно. А Саша, а как ты думаешь, как у меня записано в телефоне? Сашуня. Ладно. Итак, какой твой идеальный мужчина? Параметры. 96. Какой ты этот, ну маленький! Подожди, хорошо. Давай, 90 это что у него? Плечи идут? Голова. Голова 90. Подождите еще, как бы есть время. Так, давай, пинок и со сцены, да. Вообще, на сцену только для девчонок, по крайней мере, пока. Окей, вопрос еще один, быстренько. Любимый цвет?
Почему? Потому что он мой любимый цвет. Логично. Абсолютно логично. Ну что ж, ваши аплодисменты, это были наши девчонки. Вторая целая партия. Не, аплодисменты, это не вот эта жижа, которая сейчас аплодирует. А что такое громкое? Итак, я хочу, чтобы мы записали это видео на проекте «Ты уникальная». И пересматривая его, мы вновь вспоминали, как же нам было хорошо и красиво. Девочки, вот они все близнецы! Это наши гости! Мы на проекте «Ты уникальная!» Лучшая из лучей. Подряд один и тот же сон снится. Мелькают города и словно светлячки лица. И среди них я вижу, ты все ближе, ближе. И я лечу к тебе, и я твой голос слышу. Ну а проснувшись, чувствую твое тепло. Миссис Грация, Мария Куранова приглашается к выставке Екатерина для награждения либо Ольга и Ангелина. Сегодня. Желаю, чтобы вот эти яркие эмоции остались с вами еще надолго, долгое время. Вы каждая по-своему уникальна, каждая невероятная красотка. Я просто сегодня наслаждалась этим праздником красоты. Большое вам спасибо за это. Спасибо большое, Екатерина. Ваша аплодисмент, Екатерина Гусева. Холодным утром согреваешь ты меня взглядом. И ты мне это ясно, снишься не напрасно. И я тебе шепчу, что ты прекрасна. Ты просто лучшая из лучших. Ты просто мой счастливый случай. Ты просто солнце, светлый лучик. В моей судьбе, в моей судьбе. Ты просто лучшая из лучших. Я очень по тебе скучаю. Стихи и песни посвящаю. Одной тебе, одной тебе. Лучшая из лучших. Мой счастливый случай. Лучшая из лучших. Давай поговорим с тобой о нас двоих. Слышишь, я обожаю, как смеешься ты и как дышишь. Люблю твою улыбку и твои братья. Первая вице-миссис Мария Куранова! Yeah!
следующем пройдет финал. Ты уникальна. Петропавловск, Камчатский лавин! У нас было круто, но у вас надеемся, что будет не менее фантастически. Урадуется, день рождения началось! Ура, поздравляю!